В День города на набережной пройдут фестиваль фитнеса, выставка «Сделано в Самаре» и программа «Народы Поволжья». Информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Фестиваль фитнеса откроется 11 сентября в 10 часов утра на Чкаловском спуске второй очереди набережной. На главной сцене пройдут показательные выступления по КПЭйро, бальным танцам, бодибилдингу. Гостей ждет открытый урок по зумбе, а на набережную бассейна ЦСКА с 10 утра начнет свою работу выставка «Сделано в Самаре». Местные предприниматели представят свои товары, проведут мастер-классы, разыграют сувениры. Приглашаются все желающие. В телеграм-канале Куйбышевского района рассказывают, как быть, если деньги с банковской карты украли мошенники. Первое, что необходимо сделать – заблокировать ее. При помощи мобильного приложения, по номерам телефона банка, в личном кабинете на сайте финансовой организации, либо в отделении банка. Для того, чтобы обезопасить деньги, которые хранятся на счетах, ни в коем случае нельзя никому сообщать номер карты, трехзначный код, логин и пароли, а также помнить о том, что банк не компенсирует потери, если вы нарушили правила безопасности. Будьте внимательны и осторожны. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий граждан Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки предоставляет компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Подробно о выплате рассказывает начальник отдела организации социальных выплат Юлия Мельникова. Посмотреть видео можно в телеграм-канале ведомства. В Самарской области продолжают работать пункты отбора на военную службу по контракту, где можно будет получить всю необходимую информацию и записаться в Самарский батальон, сообщает в телеграм-канале Кировского района. Заключившим контракт предусмотрена единовременная региональная выплата, а также гарантированы все льготы и социальные гарантии, перечень которых можно узнать на официальном сайте Министерства обороны России в разделе «Соцгарантии». Записаться в именной Самарский батальон можно по телефонам, указанным на экране.